Территория скейт-парка сейчас закрыта. В излюбленном месте отдыха анапской молодежи идет ремонт. Рабочие меняют опорные конструкции, покрытие, влагостойкую фанеру, усиливают защитные свойства материала и износостойкость с помощью специальной пропитки. Средства на ремонт выделены в рамках реализации программы «Молодежь Анапы». Начался наш долгожданный ремонт нашего скейт-парка в городе. Хотелось бы к зимним каникулам отремонтировать парк, чтобы ребятам в нашей, так сказать, не такой уж и морозную зиму удалось покататься еще на велосипедах здесь. В общем, ремонт парка у нас разделен на две части. Это половина парка будет отремонтирована в этом году. Ну и в первом квартале 2015 года планируется ремонт второй половины парка. За сутки летом скейт-парк посещает до 500 подростков, малышей вместе с мамами. Около 20 тысяч посетителей в месяц. И в зимнее время площадка не пустует. Не меньше сотни ребят приходят покататься каждый день на скейтах и велосипедах. Я прихожу сюда летом, с друзьями отдыхаю. Спортом занимаемся. Отремонтируют, будет намного удобнее кататься. А то появились уже места, где там колеса цепляются. Неудобно было. Сейчас отремонтируют, будет хорошо. Придем сюда летом, будем отдыхать здесь, проводить время весело. Новогодние каникулы ребята уже смогут провести в привычном месте отдыха. Территория площадки вошла еще в одну программу «Безопасный город». Установлены камеры дневного и ночного наблюдения. Кстати, к открытию сезона 2015 планируется реконструировать еще и экстрим-площадку, переделать скалодром, чтобы занятия спортом для подростков были максимально интересными и безопасными.